Первая проблема, с которой я столкнулся, это когда ты закручиваешь этот винт до конца, а тормоз не закреплен. То есть здесь между гайкой тормоза и рамой нужно ставить какую-то проставочку. Вот наш тормоз задний. С ним шла вот такая вот гаечка в комплекте. У меня этих гаечек как бы много, с предыдущих этих тормозов осталось. Вот такая же точно гаечка. Вот целый пакетик тоже таких же гаечек. В чем прикол? Прикол в том, что вот эта гаечка, которую я только что накручивал, у нее шляпка вот эта немножко тоньше. Если так сравнивать, вот как они выглядят. У одной шляпка тоньше, а у другой шире. Собрал я. Пришлось поставить три шайбы и шайбу с более широкой шляпкой. Я так понимаю, что шимановские тормоза не предназначены для такой перегородки. Каретка у меня на выносных подшипниках, а система Shimano Sora. В общем, когда я покупал ее, каретка шла в комплекте. И я перед этим немножко мониторил, спрашиваю, а почему нет проставочных колец? Ну, мне в Пилигриме сказали, что в комплекте не было их. Ну, раз надо, значит надо. Они пошли, нашли там и дали мне три кольца. Одно 1,8 толщиной, второе там вообще тоненькое, не помню сколько. И третье, по-моему, 2 миллиметра, что-то такое, или 2,5, ну что-то такое. В общем, с левой стороны, с вот этой стороны, вкручивается первая чашка. Чашку мы вкручиваем, там буква L на ней, значит слева. И стрелочка, куда мы вращаем. Ну, какая резьба, левая или правая. С этой стороны мы одеваем одно толстое кольцо, то есть 2,5. Потом закручиваем, а потом берем, переворачиваем велосипед и закручиваем правое кольцо. На правое одеваем 2 кольца, чтобы тоже было 2,5. Или одно, если у вас 2 кольца по 2,5. И то же самое, там написано R, right, право. И стрелочка, куда нужно крутить. Но опять-таки, если у вас там, допустим, спецзаказ с 2 правыми и с 2 левыми резьбами, тогда вам придется, если вы хотите такую каретку ставить на выносных чашках, надо будет 2 покупать, чтобы у вас было 2 правых чашки и 2 левых. Но если одинаковая резьба. Ну, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Так вот, закручивается правая чашка с такой проставкой. Спенсер или как там он там называется, не знаю. И тогда типа все готово. Потом вставляется шатун со звездами, а потом одевается левый шатун и вкручивается вот эта вот гаечка. Она получается, ну не гаечка, я не знаю как она называется, с наружной резьбой, но это не болтик, ну короче пипирка. И она вкручивается, ну так, не сильно, тем же ключом, которым вкручиваются и чашки каретки. В общем, я столкнулся с такой бедой. У меня эта пластмассовая пипирка не вкручивалась. И я не понимал, в чем дело. Показывать я ничего не буду, это просто история, я буду рассказывать.
В общем, оказалось, пока я не выкрутил обратно чашки, не снял эти все проставочные кольца, которые рекомендуются, везде написано, что они должны ставиться, но, как я сказал ранее, в Пилигриме сказали, что с ними, с этими чашками, с этой кареткой не шли проставочные кольца. В общем, я снял проставочные кольца, тогда шатун сел глубже, а так мне даже было видно, что шлицы, ну, наполовину шатуна только оделись и все. И, ну, я думаю, ну как так, если наполовину здесь нет шлицов, ну вот где-то миллиметра три, а потом вот здесь только идут шлицы. И у меня получается на пол шатуна только сел вал. Вернее, ну да, пол шатуна села на вал. И ну сколько там тех шлицов? В общем, пока я не снял эти проставочные кольца, не знаю, правильно я сделал, неправильно, но тогда шатун сел хорошо, почти полностью на шлицы, эта гайка закрутилась, и все идеально пока что. Надеюсь, все я сделал правильно. Теперь по поводу вот этих болтов. Здесь как бы, ну здесь есть замочек, который надо открыть сначала, потом вставить шатун, а потом его закрыть после того, как эту пипирку закрутить. И здесь два болтика, один с этой стороны и один с этой стороны. Ну, то есть они асимметрично. Их надо закручивать по очереди. Этот чуть-чуть, потом перевернули, этот чуть-чуть. Перевернули этот чуть-чуть, ну и так потихоньку, потихоньку, никуда не торопясь, потому что шатун алюминиевый, и в нем можно сорвать резьбу. А вы так с двух сторон затягиваете эти винтики, этими винтиками сам шатун на валу. Поэтому надо очень аккуратно закручивать сначала с одной стороны, потом с другой, и так чередовать, 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 пока они не перестанут, ну, вращаться. Ну, так тяжело будет. Вообще это все делается с динамометрическим ключом, что это гайка закручивается каретки, что эти винтики. Даже вот эта пипирка тоже. Ну, у меня нет динамометрического ключа, поэтому все делается на глаз. Ручка должна быть, во-первых, ровно, ну, может, чуть-чуть завалена внутрь, чтобы удобно было держать, ну, чуть-чуть, чуть-чуть. И вот это вот конец ручки должен быть на этой грани. Ну, то есть я беру какую-нибудь длинную фигню, вот, выставляю, и вот эта ручка должна быть на вот этой высоте. То есть мне надо чуть-чуть опустить. Это для того, чтобы в нижнем хвате, вот в этом, ну, удобно было тормозить, даже вот здесь. Ну, отсюда, понятно, вы не затормозите. И на ручках, ну, будет удобно тормозить. Ну, так же и со второй ручкой. Столкнулся с новой проблемой. А именно со скрытым проводом тросиков. В общем, вот моя рубашка для тормозов. И, как видите, она сюда входит довольно-таки свободно. Меня это не устраивает. То есть эти отверстия, они выступают упорами. Здесь, по идее, должны быть такие упорчики пластмассовые, но их нет. Поэтому у меня есть вот такой упор пластмассовый. Ну и он сюда как бы очень-очень туго, но чуть-чуть его можно вставить, и он будет играть роль упора. Мне пообещали в магазине такие упоры, но это будет только зимой. Обычный упор, ну, такой, он сюда даже не влазит. Ну, то есть вот так вот. Ну, он просто как упирается и все. Но меня это не устраивает. Это будет что попало. Пришлось в магазине купить вот такие вот упоры. Вот как они выглядят. Вот он сюда входит хорошо. И вот так это выглядит. Магия. Осталась одна обмотка. Сделать обмотку руля. Вроде бы все работает. Вроде бы все работает корректно. Хотя, кто его знает, это задний переключатель с этой трещоткой санрайсовской не сильно хорошо работает. Но вроде работает. А так все нормально. Все в порядке. Ну что ж, можно сказать, все готово. Цепь оказалась как раз той длины, которая мне нужна почему-то. Ох уж эти срам.
Смазка, конечно, у срама вообще просто, я не знаю, она такая липкая, капец, просто неприятная очень. Посмотрим, как она будет ходить. Единственное, задний переключатель с санрайсовской трещоткой все-таки, ну, работает, но вот как-то на 4 с минусом, я бы так сказал, может, на 4. А так я все подтянул, все сделал. Вот обмотка руля. Теперь это выглядит вот так. Никакой синей изоленты не видно. Все нормально. И остался один последний штрих. И на этом будет конец. В общем, о чем я говорю. Вот это место меня смущает. Вот эта вытертая краска. Теперь это выглядит вот так. Еще я снял по одному катафоту с педалей. На той и на той. Ну, чтобы ориентироваться, где перед, где зад. Я оставил сзади, ну, как всегда, чтобы сзади машины, если что, видели, ну, чтобы она светилась. Потому что тут идет трапеция и педаль. И так на глаз будет тяжело определять. А так, как бы, катафон сразу видно. Ну и, как вы понимаете, тортойз – это черепаха. Ну, я не знаю, не помню, на каком это языке, но это не английский. Ну, в общем, вот так.